В нашем зале самые смелые, креативные, продвинутые, увлеченные представители современного общества. Это будущее нашего города, региона, страны. Ежегодно в День российского студенчества в нашем городе принято чествовать яркую молодежь, которая добилась определенных высот в области образования и науки, культуры и искусства, спорта, патриотического воспитания, профессионального мастерства и общественной деятельности. И пандемия не повод нарушать многолетнюю традицию. В Кинешме очень много одаренных детей, юношей и девушек, которые уже сегодня добились больших успехов в учебе, творчестве, спорте, общественной жизни. На всех престижных конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях показывают хорошие результаты, прославляя наш город в области и в стране. В связи с пандемией огромное количество людей нуждается в нашей помощи. Я сам 2 месяца проработал волонтером и знаю, что это такое. Это милосердие, это доброта сердца, которую вы несете людям, которые ждут вас, кто с продуктами, кто с лекарствами. И просто поговорить, объяснить, это очень дорого стоит. Я думаю, что вы спасли не одну жизнь. Ну, благодаря вас. Огромное количество стариков, людей с ограниченными возможностями получили помощь, ту пассивную помощь, чем могли мы с вами помочь. Помощи приобретения медикаментов, оплаты услуг ЖКХ, хотя элементарно, там, вынос мусора или там в интернете разобраться. Хочу сказать всем, каждому из вас огромное спасибо и низкий поклон. Да. И сегодняшние номинанты... Молодые, но они уже тому яркий пример. Мне хочется их всех поблагодарить за ту большую работу, кропотливую и, может быть, для нас всех и не очень заметную, но они ее ведут и своим примером показывают, что значит быть патриотом. Это ваша заслуга, это ваша первая победа. Хочется вам пожелать дальше больших успехов, больших побед. Счастья, удачи и будьте примером для всей нашей молодежи. Наверное, известно каждому жителю нашего города, потому что именно вы, ребята, являетесь украшением всех наших городских праздников, всех наших творческих каких-то фестивалей, конкурсов. Именно культура... Искусство делает нашу жизнь яркой, разнообразной и интересной. Поэтому вручать эти награды, конечно же, очень приятно, ну и ответственно одновременно.